Люди в воскресенье вечером в Даугавпилсе приходили к памятнику в сквере Славы. Эта стела и еще один памятник на выезде из города попали в список прославляющих советский оккупационный режим. А значит, их нужно было снести до 15 ноября. Уже с пятницы жители города несли к памятникам цветы и свечи. Это больно. Вы понимаете, это больно. Это очень больно. Ну что, мешает ему? Этому нашему президенту? Нету никаких вот русских слов, и латышских тоже, честно сказать. Один мат, да. Потому что люди против всего этого были. Нас никто не слушает. Очень плохо. Это же очень плохо. Мы выросли с этим памятником. Наши дети выросли. В 10 часов вечера полиция оградила территорию вокруг памятника. К полуночи, когда на место приехала тяжелая техника, ситуация стала накаляться. В адрес полицейских и строителей неслись оскорбления. Неизвестные запустили салют. За что забрал? Ну что я делаю? Я могу нормально идти. Что я плохого сделал? О том, что полиция оградит памятники, сообщил мэр Даугавпилса Андрей Элкстенч. Он призвал жителей проститься с памятниками и не считать, что это могло спровоцировать конфликты. Я считаю, что если не предоставилась бы возможность жителям подойти к памятнику, проститься, возложить цветы, если бы это не происходило бы все эти дни, то, я думаю, проблемы были бы намного больше. Всего за порядком следило 150 сотрудников государственной полиции. После полуночи в полицейских летели камни и бутылки. Задержаны 37 человек. В основном за невыполнение законным требованиям сотрудников полиции и нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Ночь прошла в обстановке накаленных эмоций со стороны людей, которые пришли к этому памятнику. В те моменты, когда ситуация начинала обостряться, подключалось и подразделение специального назначения, которое изначально призывало людей разойтись. Но когда они этого не сделали, подразделение было вынуждено нескольких людей задержать. Ближе к 5 часам утра стела в сквере Славы была демонтирована. Памятник на улице 18 ноября был снесен несколькими часами ранее. Там без происшествий. Людей в момент сноса не было. По информации РУСЛСМ, все цветы и свечки, которые люди оставляли у советских памятников, добровольцы собрали и отвезли на братское кладбище Даугавпилса. Эволд Дугуль, Олафс Першевиц, РУСЛСМ.